Во вторник, 31 марта, в здании администрации прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Председатель заседания – глава Десногорска Андрей Шубин. Мы с вами должны будем судить и принять ряд решений, которые будут направлены на усиление противоэпидемического режима. Одним из центров профилактических мероприятий остается медсанчасть номер 135. Учреждение продолжает оперативно и адресно работать по каждому случаю недомогания граждан. Под наблюдением нарастающим итогом находится 128 человек. Снято с карантинного учета 41 человек. За последние сутки на карантинный учет взяты 32 человека. Это лица, прибывшие из-за границы и контактировавшие с ними. Медицинское обслуживание в целом МСЧ старается проводить на дому. Участковые врачи, педиатры и прочие специалисты отрабатывают каждый выезд, в том числе при помощи транспорта организации «Атомтранс». Это позволяет значительно уменьшить количество потенциально больных на территории больницы. В медсанчасти поликлиники разделены потоки пациентов. Больные с признаками ОРВИ принимаются отдельно, в отдельных кабинетах, отдельными врачами. Превентивные меры также касаются ограничения работы городских организаций, парикмахерских салонов, стоматологий, ресторанов и кафе, магазинов непродовольственных товаров. Исполнение этих постановлений на контроле городской администрации. Отдельное внимание и горожанам. Карантин касается каждого. С учетом тех распоряжений, которые вышли, необходимо будет проверить всех. Проблема основная этого коронавируса – отсутствие сознательности у наших граждан. Дополнительная уборка проводится на улицах и в подъездах жилых домов. В нынешних условиях ее регулярность и основательность повышена. Работа производится по обработке, соответственно, всех точек касания, начиная от ручек, панели лифта, кнопок, дверных там, проемов, перил и так далее, и так далее. То есть инструктаж. Решительным шагом в стратегии усиления противоэпидемического режима Десногорска стало обращение главы города, губернатора области Алексею Островскому. Мною было направлено письмо по принятию решения в целях усиления профилактических мер и недопущения распространения коронавирусной инфекции по ограничению въезда на территорию муниципального образования города Десногорска. Итогом обращения стал указ губернатора Смоленской области Алексея Островского, который ограничивает въезд и выезд из Десногорска. Мера касается тех граждан, кто не имеет регистрации в границах города, за исключением сотрудников местных организаций и местных жителей. Ограничения действуют с 6 утра 4 апреля по 30 апреля.